Хасавюрт на территории Дагестана славится как самый спортивный город округа. На сегодняшний день в Хасавюрте более 150 спортивных сооружений, 68 спортивных залов и 10 спортивных школ. Хасавюрт – единственный город с 9 олимпийскими медалями в Дагестане. О достижениях этого города можно говорить бесконечно. Это подтверждают и спортивные деятели. Начальник отдела по физической культуре и спорту Магомедали Газимагомедов с особой гордостью говорит о тех людях, благодаря которым о Хасавюрте знают не только на Северном Кавказе, но и по всему миру. За прошедший год подготовлено нашими спортивными школами 3 человека мастеров спорта международного класса, 18 человек мастеров спорта, 12 человек кандидатов в мастера спорта и более 1000 человек юношеских и взрослых разрядов. Мы вот выявили 10 лучших спортсменов города вот за прошедший год. И хотелось бы мне перечислить десятку лучших наших спортсменов. Это значит Исалдибиров Магомед Загир. Он серебряный призер чемпионата России прошлого года, серебряный призер Европы и серебряный призер чемпионата мира по пара-тэквондо. Угуев Заур, чемпион России прошлого года, бронзовый призер чемпионата Европы, победитель международных турниров «Вольная борьба». Ахмед Чакаев, чемпион России, серебряный призер чемпионата Европы, победитель международных турниров «Вольная борьба». Гасанов Заирбек, чемпион России и чемпион мира по грэпплингу за 2017 год. Гаджимагомедов Ахмед, призер чемпионата Европы по вольной борьбе, призер чемпионата России. Мусаев Шамиль, победитель первенства России и мира за 2017 год по вольной борьбе среди молодежи. Аскар Аскаров, чемпион России, чемпион Сурда Олимпийских игр 2017 года по вольной борьбе. Раджаб Бутаев, победитель 8-го рейтингового боя среди профессионалов в США. Крылатое выражение «Хасавюрт – кузница чемпионов» закрепилось за городом с давних времен. Это употребляется и по сей день. За 2017 год в городе было проведено более 160 спортивных мероприятий, 60 из которых по различным видам спорта. Третий год подряд спортивный комплекс имени Гамида Гамидова принимал спортсменов со всего зарубежья для участия на межконтинентальном кубке по вольной борьбе. Память прославленных борцов 19-20 столетия. Особо важными считаются, значит, межконтинентальный кубок по вольной борьбе, который у нас проходит, это тот же турнир, что и на приз Шамиля Умаханова, памяти Шамиля Умаханова, сейчас она называется памяти великих спортсменов 19-20 столетия. И вот этот турнир один из самых важных, который мы проводим. Потом уже мы в городе проводим такие мероприятия, как вот легкоатлетический кросс «Хасавюртовское кольцо», оно называется, где мы привлекаем более 300-350 участников, это и школьники, это учащиеся вузов, учащиеся СУЗов и так далее, посвященное к 9 мая. В спортивном комплексе Гамида Гамидова очень часто проходят соревнования самого разного характера и видов спорта. Это говорит о высоком организационном уровне проведения подобных мероприятий. Магомедали Газимагомедов не оставил без внимания и тех людей, благодаря которым спортсмены выступают и разъезжают по всему миру. Это их тренера, которые из дня в день вкладывают в развитие спортсмена в душу, навыки и воспитывают характер. Бурлия Цамбиева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».